На сегодняшний день традиции и само понятие гражданской авиации практически утрачены. Тем не менее, в Уфе существует единственный учебный центр, где пилотом может стать практически любой желающий. К этому этапу мы шли очень долго. Мы отказывались от многих предложений именно по помещению. И буквально в этом году, вот в январе, где-то, наверное, в конце января, вот мы сюда заселились и сейчас проводим, скажем так, его оснащение согласно федеральных авиационных правил. Мы, по большому счету, ведем основную деятельность вот, развития сейчас вот именно сверхлегкой и легкой авиации в республике. То есть мы задаем темп определенный, мы показываем те направления, которые нам интересны, чтобы вообще эта авиация, она в принципе развивалась. На сегодняшний день приведено в порядок и обучено где-то порядка 60 человек вот, по всей республике. Они получили удостоверение пилота, да, это свидетельство пилота. Дальше они свою карьеру управляют сами. То есть люди, то есть у нас система постепенно приходит к европейской системе, то есть мы никого не тащим, да, вот, то есть мы даем возможность.